Пошла видеозапись в режиме 4К на установленное приложение. Делаем параллельно фото. Условия съемки довольно сложные. То есть тут как раз тени и солнечное освещение. То есть для камеры это, в принципе, сложный режим. Смотрим, как справляется, во-первых, стабилизация изображения. Телефон Xiaomi Redmi S2. Установлена электронная стабилизация. И она реально работает. Пока можно сказать, аппаратом доволен. Снимал для контроля, для проверки днем и вечером помещение. Ну, качество как бы отличное, тем более учитывая вполне демократическую цену этого гаджета. Попробуем увеличение. И, по-моему, хорошее приложение. Дополнительная камера установлена. Ну, сейчас проверим. Отельной. Стоп.